Всем привет, вот и подошли к концу новогодние праздники, все идут на работу, в школу или в институт, а европейские чемпионаты на каникулы не уходили, и 12 января в рамках английской премьер-лиги Фулхэм сыграет с лондонским Челси. Сегодня мы посмотрим, как эту игру спрогнозирует FIFA 23, а в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Я желаю вам приятного просмотра, мы начинаем. В АПЛ Фулхэм после 18 туров идет на 7 месте, имея 28 очков. В последних играх Фулхэм набрал солидный ход, одержав 4 победы подряд. В чемпионате победили 3-0 Кристал Пэлас, 2-1 Саутгемптон и 3-0 Лестер, а в Кубке Англии победили 2-0 Халл Сити и вышли в 1-16, где сыграют с Сандерлендом. Что касаемо гостей, то на удивление Челси идет ниже Фулхэма, лишь на 10 месте, имея 25 очков после 17 игр. У лондонцев очень сильный кризис в последних 5 играх в английском чемпионате, у Челси всего 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. В последнем туре команда Грэма Поттера проиграла 1-0 Манчестер Сити. За горожан отличился Риад Махрез. К тому же в Кубке Англии Сити снова выиграл у Челси со счетом 4-0. За всю свою историю команды провели между собой 87 матчей. 11 раз побеждала Фулхэм и 49 раз сильнее был Челси. Последняя их встреча была в сезоне 2021, и тогда дома на Стэмфорд-Бридж Челси в 34-м туре АПЛ одержал уверенную победу со счетом 2-0. Теперь, что касаемо моего прогноза, то думаю, что Челси сможет прервать свою серию из неудач и победить Фулхэм со счетом 2-1. Свои прогнозы можете оставлять в комментариях. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Любите футбол, смотрите футбол и всем пока.